Всем здорово! Опять дождь, мы на рынке. Чернова, угадайте, куда Всем приехали? Привет. Просто быстро, пауза, и куда приехали Чернова? Ой, зачем приехали на рынок Чернова? За рассадой помидорной. Мы, видите, в куртке. Чернов мерзнет, идет. У меня свитер, куртка, и мне очень холодно. Дождь пошел. Все утро солнышко, да, было? Вот такое было. Подошло солнце, а потом уже тучи стали наступать на поток. И как только мы вышли из дома, все, дождь. Может, куртку зимнюю достать, что ли? Может быть. Помидоры уже переросли. Уже они поздно их сажать. Выросли, да, а знаешь, нет, надо брать ранние. Да, потому что холодно, у нас ночью плюс. Надо брать ранние, потому что поздние, тогда в декабре вырастут. И все гаршики, томаты? Весь гаршики. Мусак, лави не будет аупсти. Он агре. Ранние. Да, я пусть я. Дети, как вам погода? Класс. Обалденно, да? Макс, тебе не холодно? Yes. Нет, не были. Идите, посмотрите цветочки. Какие продаются. Посмотрите, сколько всего. Видали? Идите, посмотрите. Мы не видали. Не видали. И машину трапнем. Пошлите. Взяли 10 штучек. Всего лишь 10. Я говорю мало. Нет, а я говорю нормально, поесть нам. Макс, не надо в лужу. А сколько мы всегда сажали? Вспоминай. Мы посадили 100 рассад. Нет, саму теплицу уже. Ну, там, наверное, может, какие-то 15-20. Это 10 маловато. Нормально, Ника. Короче, маловато. Здесь уже все. Овощи продают. Но все равно пусто, странно. Здесь обычно всегда... Макс! Чернов! Хочет! Пока ждали, пока он в банкомат ходил. Мы замерзли. Нет, сэр. Здрасте. Так, сколько надо? Евро 80. Взяли, я всем моим трем вот этим детям взяла по пончику, видали? Рассада. Они горячие, с сахарной пудрой. Здесь такой киоск, вот виртули пончики, донатс. Они очень вкусные, да? Сейчас вся машина будет у папы с сахарной пудрой, да? Самое главное, что помидоры. Я багажник положи. Я не могу багажник, это уже стол писает. Друзья, вы можете нас всех поздравить. У нас впервые в историю 95-й бензин стоит 2 евро и 4 цента. Солярка стоит евро 94. Я в шоке. Мне кажется, все в шоке, кто живут в Латвии. 2.04, а 98 вообще стоит 2.07. Ты представляешь, Зая? Спасибо. И это в стране, где минималка, сколько за минималка у нас, 500? Или меньше. Брутто, 500. А нетто люди еще получают меньше. И бензин 2.04. Это просто... Сейчас мы находимся в Сенюкае. Так, нам нужно все равно же делать качели мелким, да? И нам нужны, как сказать, ну, эти столбы, эти бревна. В лес идти не хочется, потому что хочется эти качели сделать такие красивенькие, ровненькие. Вот нам нужны типа такого, но они должны быть потолще. Надо вот здесь вот поискать. Есть такое здесь, нету такого. Ты не знаешь, Максим, у нас есть такие? Походу, что здесь такого нету. Самый большой выбор это... Да. Заходим в магазин, погреемся. Это холодно очень. Да? Да. Просто что тут происходит? Мы приехали в Сенюкай, а здесь 40% на ковры. Давай. А мы все до сих пор не можем на кухню коврик выбрать. Можно вам сказать? Говорите, что акция. 340, вот это акция. Да. На этот супер дорогой нет акции. Мама, Максу понравилось. Понравилось? Мне тоже. А мне понравилось вот это. Не будет путаться руки? В этих веревочках? Вряд ли. Да нет, не должен. Вот такой, смотришь, еще есть. Смотри. Вот этот мне тоже понравился. 55, а тот сколько? Тот 46. А дайте мне. Видишь? Как? Полин, помоги. Нам очень нравится с Черновым вот такая. Ну, тот, наверное, лучше. Этот более темнее.
тот лучше. Видали, какой у нас вкус замечательный? Мне очень нравится. Армянский. Ну, это тоже нормально, но это обычный, как ванну ковер. Мне больше вот такой. Поэтому ничего особенного. Вот этот еще очень красивый, но он большой. Видишь? Вешай здесь он был. Вот мы тут выбираем, смотрим. Вот такое что-то красивое нам нравится, видите? И вот еще. Ну, это тоже большой. А, нет, это коричневый. Вот, вот, вот. Маленький. Это вот, маленький. Вот, вот. Выбирай. На, бери. Я тебе подарю. Хочешь, просто спи на нем в комнате и все. И радуйся. И молиться. Ну, Максим, как тебе место нравится. Дома? У тебя на даче красный ковер. Такие здесь еще, видишь, были. Смотри. Вот эти, да? Но они маленькие. Видишь, 17 евро. Но он очень маленький. Кухня. Ну, видишь, такое. Не, ну, конечно, это лучше на кухне. Да, ну, такой, знаешь, он сейчас кажется таким нормальным, а на самом деле на кухне постель еще он так будет. Одну ногу поставить. Ну, вот такие вот пироги тут. Видишь, мы же не будем брать ценником. Почему? Сейчас спросят. Они на всех ценники есть? А, да, ну, так, да. Берем, все. Я думаю, надо брать, а почему нет? Все. Мы решили взять коврик. Видите, он был 72 евро, стал 46,79. Покажи-ка мне еще раз. Мне кажется, хорошо будет. Наконец-то. Наконец-то приобрели ковер на кухню. Зачем пришли в Сынукай? Только деньги потратили. Пойдем. Взяли корзинку. Где мы сейчас находимся? В депо. Депо. Короче, нам нужно опять мульча. 2,59 вот мелкая. Это тоже 2,59. Так, и это тоже 2,59. Короче, Поля... Подъезжай, Максим, подъезжайте сюда. Давай. Ну, Максимка, нам нужно взять один пакет. Аккуратно. Подъезжай. Занька, помнишь, я здесь прикольнулся один раз? Ближний пакет передвинул и взял дальний пакет. Помнишь? Сейчас я возьму еще один пакет. Что? Там есть пакет этот. Ага. Возьми снизу. Ну, форманный. Нет, вот тут, вот смотри, снизу. Вот. Этот форманный. Он тяжелый очень. Да, дети, отойдите. Папа, привози сначала, и потом все вот это делать. Подвози, подвози давай. Держи, Максим. Я держу. Папа, а я стою, принимаю заказы на духи. Короче, каждый занят своим делом. Сесть хочешь? Куда там грязненькая? Папа сейчас будет все черное. Садись, папа протер. Господи, папа. Держишься? О, круто, да? Да. Тебе остались пакеты, и мы засадим нашу теплицу помидорками, которыми на сушке будешь заниматься. Я тебе буду помогать. Очень Чернов что-то придумал вместе с мужиком, который здесь работает. Здесь они такое придумали. В общем, не, даже сейчас рассказывать не будем. Он берет для помидоров какие-то мешки. Вот эти, видите? Земля еще у нас половинку, и половинка есть, еще это там хватит. И, короче, он что-то будет экспериментировать. 400. Человек, который делает разные лайфхаки, вот этот вот, чтобы не было сорняков. А, да, я. Да, то есть скоро он создаст себе, знаете что, канал на YouTube, где будет написано «Сад и огород». Папы Киры. Вот, и интересно, хорошая идея. Потом он там будет разный лайфхак. Или секреты садоводства дедушки Кирилки. Смотрите, вы посмотрите, чем мы занимаемся, да? Что у нас здесь? Земля, мульча, пакеты. Романтика. Ага. Да, у меня заказ на парфюм почти собрался. Можно уже делать, оформлять. Гулюс положить? Гулюс.
То о чем, короче? Будут съест. Макс показывает какого-то хомяка или кто там? Ну, Марсик съест. И говорит, какой маленький, я такого хочу. Даже не намекайте. Никого. А что, будешь козелочку чистить? Нет. Вчера у нас не получилось погулять в парке из-за погоды, а сегодня хотя бы дождя нету, и поэтому мы приехали в парк. Скажи, Максим, велосипед. Нет? Максимка так смешно сказал слово велосипед. Сисипед. Молодец, сынок. А можно сюда зайти? Нет, видишь, цепочка здесь. Воду хочется потрогать. Потрогать воду? Да. Воду? Нет, ты что? А Максим заехал. Красивый фонтанчик, да? Пойдем дальше. Вау. Да, поехали. You want coffee? Yes? Okay. Let's go. Right, coffee. А бывает, что я не хочу кофе? Бывает. Я хочу мел на кофе. Мел на? Ты американо? Американо. Американо. А какой ты хотел? Я черный буду. Так это и есть американо. Бывает эспрессо просто. Гуляем по парку, мне здесь позвонила сестричка, сейчас мы с ней общаемся по WhatsApp. Ой, кто это? Да. Короче, она пьет кофе, и мы тоже пьем кофе. Пьем вместе кофе, да? Ну что, у нас открылась медуза, Рита. Опа, аккуратненько. Давай, встаем. Давай, чувак, вставай, быстро. А где здесь медуза? Ну, это кафе «Медуза» раньше называлось, не знаю, может быть, сейчас тоже. Хотим выйти здесь, возле спасательной станции нашей. Тоже выход к морю, оказывается, сделали обалденно красивым. И мы сейчас хотим посмотреть, потому что я только на фотографии видела. Там даже можно не узнать это место. И нам очень хочется посмотреть. И потом мы завернем налево. Не перебивай, Полюш, ладно? Красивая травка, смотри, какая вот эта вот. Да? Завернем налево и выйдем на площадку, да? Да. А знаете что? Я хочу попробовать меню медузы. Меню медузы? Звучит хорошо. Вот, посмотрите. Мы в парк сейчас пойдем. Ну-ка, водичку включили уже? А нет, еще не включили. Вот, смотрите, как все по-новому. Это новый, кстати, выход тоже. Его полностью сделали. Даже пахнет деревом. Такие канаты. Натянуты. Все? Ну там же горка будет, гонять будет. Смотри, скамеечки. Я знаю, там и там везде поставили такие белые скамеечки. Прикольно. Видите, там выход возле седьмой линии тоже. Фонарь. Ну вообще шикардос. Ребят, плохие сегодня новости. Запрещено купаться сегодня. Купаться запрещено. Красное предупреждение. Я считаю, это просто отстой летом. Ну что а это такое? Сегодня а так рассчитывали именно сегодня искупаться. Написано, сколько градусов водичка, нет? Должна написано. На море поднят, на пляже поднят красный флаг. Купаться запрещено. Подожди, вода будет? Нет, ее никто не измерял. А вот, Ульден. 10 градусов вода! Ух ты! И купаться нельзя. Ну, блин, обидно. Нет, ой, чуть не упал. Не знаю, поняли вы или нет. Кафе, ну нет, клуб, кафе, ресторан, как он там называется, убрали цукурфабрику оттуда. Возле спасалки прям было. И строят, устанавливают новую на пляже прям. Так, дети ушли с красной дорожки, это для велосипедов. Как мне нравится наш пляж обновленный, это вообще... Я уже говорила 1000 раз, он и так был прекрасен, а сейчас... Максим,
Еще лучше. Скажи мне, пожалуйста. Пацанские разборки. Осталось только разобраться. А, я думала, на площадке мы выдержали минут 10-15, потому что очень холодный ветер и очень холодно. Я сделала лежащего полицейского, смотря. Чтобы не гоняли велики, правильно? Нет, здесь, видишь, здесь идет кабель, зая. Куда-то кабель идет. Реально, на самом деле холодно, но у Настюши даже замерзли уши. И у меня тоже, кстати. Мы дома. Мам. Без примеров, без ничего. Помыл ручки? Да. Молодец. Не надо туда прижимать. Зачем? Просто постели. Вау, ты видишь, какая красота. Да, здесь тут можно играть в машины. Как отлично мы подобрали цвет, я рассказываю. Идея была в том, чтобы он был серый под мебель, под наше вот это. И чтобы он был тепло-серый. Сережа Перов, тебе большой привет. Тепло-серый. Теплый серый, понимаешь? Теплый. Серега, ты теплый, короче. Короче, и видите, он теплый серый. И вот такие вот эти оттенки, вот, вот это нет, вот. Это как красный. Наша кухня, дай, мебель. Дай, подожди, я вот выхожу, вхожу, и я вижу ковер шикарный. Только немножко его надо постелить, ну, туда. Да. Нет, посередине. А если его так постелить? Нет, там. Ну нет, конечно. Ну что, король и королева? Все, всем пока. Нужно готовить обед. Да? Я буду готовить обед, а вы переодеваетесь. Короче, балдеж, да? Мягенько так. Короче, сейчас я буду помою посуду и буду готовить из этого всего. Даже что готовить. С картошки я сделала пюре, потому что Максим сказал, хочет пюре. Обжарю куриные ножки, которые мы покупали. Просто специи, чесночок. Сварю рис, потому что Полина хочет рис. И я, наверное, тоже хочу больше рис. Я пюре не хочу. У нас просто есть кукуруза-горошек. И обжарю спаржу. Думаю, не на гриле. На сковородочке я обжарю. Просто на сливочном масле. Тоже со специями. И будет у нас такой ужин. Thank you.
Рис нам с Полинкой сварила. Мой ужин. Смотрите, спаржа. Вся тарелка просто зеленый салат. Ну, айсберг, кукуруза, огурец и зеленое яблоко. Ну, вот реально вся тарелка, видите? И одна ложка риса. Мясо я не хочу, курицу я не хочу, поэтому ужинаю так. И все на сегодня. Ну что, друзья, пока Кирюшка поспал каких-то полтора часика, Настюша уже приготовила ужин. Себе она приготовила. И, конечно же, ужин она приготовила нам всем. Она забабахала пюрешечку, забабахала курочку. Кирюшка сделал себе и Настюше кофеек. Здесь у нас спаржа. Что? Картошку найти сейчас на пюре очень-очень сложно. Это факт. Вот такая вот у меня порция получилась. Пюрешка, спаржа, горошек, кукуруза и курочка. Короче, ну так как здесь ковер, мы теперь отсюда не выходим. Так как я готовила ужин, то в знак благодарности мой муж моет посуду. У вас такие же мужья, да, я надеюсь? Короче, спаржу три этих хвостика никто не мог доесть. Кстати, она вкусная. А я думала, тебе не понравится. А кабачки ты тоже раньше не любил, как и баклажаны, понятно? Понимаешь, ты очень вкусно готовишь кабачки, поэтому. Да, Макса записали в барбершоп. Что? Хочу сказать, что будем, наверное, заканчивать влог. Полин, ты потеряла кольцо свое. Да, я знаю. Ты полностью готова ехать завтра на дачу, можешь продать машину. Кстати, спаржа вкусно с терияки соусом. Сверху так, опа, и вкусно. Ну-ка. А через наше грязное окно ничего не увидим. Да. Смотрите, увидите нашу машину? Вот. Видите? Ну, сразу видно, Чернова готова ехать на дачу с утра. Короче, салат айсберг пускай будет. У нас так как белые ночи. Нам эта подсветка вообще ни к селу, ни к городу. Надо зиму нормально, ждать. Нормально. Ладно, товарищи, увидимся с вами завтра. Завтра, как вы поняли, мы едем на дачу где-то во второй половине дня с ночевочкой. На сегодня заканчиваем. Все, пока-пока. Что-то торможу. У меня всегда так получается, даже когда пересматриваю видео. Можно видеть, когда я говорю и думаю о чем-то другом, реально. А я знаю, о чем ты думаешь, да. У меня реально бывает, я тогда очень как-то говорю медленно, не связано, какие-то паузы очень странные. И тогда понятно, что я как бы говорю, но мысли мои где-то в другом месте. Сейчас тоже самое. Так что давайте, все, пока. Говори пока. Короче, друзья, все, спасибо вам большое. Увидимся с вами завтра, так что не переключайтесь, завтра у нас дачные влоги. Thank you.